коллеги, спасибо большое за приглашение, спасибо организаторам за такую форму, таком уровне. Ну, я хотел сказать то, что мы, как страна, с вами встали на достаточно правильный путь к циклической экономике. И правильный подход к обращению с отходами – это самое, наверное, важное, что есть вот на пути вот к нашим целям. Да? Поставлены очень серьезные цели наши национальные нацпроектом 24, если нет, 36% утилизации и аж 60% обработки твердых отходов. Это и к 2004 году. Время мало. Я уверен, что мы это никогда не добьемся без участия частной инициативы и частного бизнеса в данном проекте. И мы видим, что на самом деле те, кто сегодня собрались, намного лучше понимают в том, в чем нуждается данная отрасль, и всегда это будет частная инициатива. Я бы хотел все-таки вот подчеркнуть то, что, наверное, все-таки первая проба пера в мусорной реформе, мы уже все признали, что она была неудачной. И очень часто мы слышим мнение, что, наверное, потому что не спросили, в общем-то, тех участников рынка, которые должны были спрашивать. И вот такие форумы, они, собственно, и дают возможности вам, дорогие коллеги, которые могут высказаться, в общем-то, сказать зачастую, и что конкретно надо для того, чтобы, в общем-то, наша цель, путь к циклической экономике был гладкий и быстрый. Правильно вы упомянули то, что на самом деле мы не должны изобретать колесо. Есть страны, которые очень удачно и шли к этому 30 лет, но только потому, что они шли к этому 30 лет. Нам надо идти на это намного быстрее, и это возможно. Поэтому сегодня бы я хотел вам пожелать два очень продуктивных дня. Приходите на наши сессии, будет очень интересно. Мы расскажем о подходе деловой России наших членов. Мы являемся большим носителем экспертизы в отрасли переработки твердых отходов. Мы также ведем очень плотный диалог со всеми профильными министерствами, и не только с Минприроды, но также и Министерством экономики, которое должно очень быстро подключаться к данному процессу, если мы смотрим на цель не просто как мусорная реформа, а в общем, циклическая экономика в целом. Спасибо, продуктивного дня вам!